Нет. Есть такие государства, не будем показывать пальцем, да? Хотя это был слоненок, помните, да? Вот. Но есть такие государства, которые не хотят жить в мире, в дружбе, в согласии, а считают, что они великие, могучие и могут диктовать всем свои условия. И только то государство, которое умеет защищаться, только сильное государство может жить спокойно, да, в суверенитете, заниматься своими мирными делами и не позволить вмешиваться в нашу, в первую очередь, внутреннюю жизнь. Вот для этого существует у нас либо профессиональная армия, которая защищает каждый день, ходит на службу, да, и каждый день защищает наше государство. Либо люди, которые работают на обеспечение нашей страны, нашей армии. Все парад смотрели же, да? Приятно посмотреть на новую технику. Причем это не просто техника, это не картинки, это не фотомонтаж, это реальная боевая техника, которой можно гордиться за тех людей, которые обслуживают эту технику, и гордиться за тех людей, которые ее создавали. Очень мощная техника, и против такой техники мало ли кто рискнет, да?